Добрый день, мы продолжаем рубрику «Украшения». Как всегда, мы радуем вас самыми красивыми вещами. И если вы сейчас смотрите нас, вам просто неслыханно повезло, потому что сегодня столько приятных бонусов, вы просто удивитесь. А на самом деле все очень просто, друзья мои. У нас сегодня распродажи, и у нас сегодня замечательнейшие цены. Посмотрите, какая красота, цепь тройной ромб. Какое здесь искусное плетение, боже мой, это просто невероятно. Посмотрите, три вот таких вот звена сплетаются между собой. Цепь действительно уникальна. У нас есть две длины. Посмотрите, два размера, 50 и 55 сантиметров. У нас есть эти цепочки еще в наличии, поэтому я думаю, что приобрести эту цепь стоит, потому что цепочка украшения, конечно же, универсальная. Украшение, которое можно носить и отдельно, а также можно комбинировать с любым абсолютно кулоном, подвеской. А можно даже носить на руке, на запястье, ведь очень многие так и делают. Я об этом прекрасно знаю. А еще я знаю, что очень многие берут сразу по две, а то и по три цепочки. Потому что, смотрите, есть две длины, 50 и 55 сантиметров. И две цепочки будут выглядеть еще богаче, еще роскошнее. И на вас будут смотреться восхитительно. Посмотрите на нашей модели Юлии, которая уже примерила цепь тройной ромб. Посмотрите, как, во-первых, цепь аккуратно ложится на шею, как она ровно и просто чудесно, я считаю, смотрится. Насколько просто эта цепочка универсальна в том плане еще, что она не путается абсолютно, в ней не запутываются волосы, она не гнется, не ломается. Ведь так часто мы, когда выбираем цепочку, стараемся все эти факторы учитывать, чтобы нам было с вами удобно, конечно же, в первую очередь. Как мне подсказывают, у нас есть вопросы с колл-центра. Давайте же сейчас узнаем. Спрашивают, кстати, можно ли такую цепочку подарить мужчине? Отвечаю, конечно же, можно. Друзья мои, такие цепочки не только можно, но и нужно дарить мужчинам. Среди мужчин они, конечно же, очень популярны. Посмотрите, какая цепь широкая, какая она интересная. И посмотрите, здесь у нас идет плетение тройной ромб. Очень многие почему-то считают, что такое плетение подходит мужчинам точно. Но женщинам, открою секрет, оно тоже, конечно же, подходит. Ну, тем более, что такие цепочки женщины просто обожают. Ну, это ли не праздник, друзья мои? Посмотрите, какая у нас есть для вас цепочка. Цепь тройной ромб. Запомните или запишите. Но думаю, что вы уже прямо сейчас позвоните и приобретете. Как вы уже заметили, на нашей модели есть еще и браслет. Такой же браслет тройной ромб. Ах, друзья, какая прелесть, когда уже что-то вот так вот вместе сочетается. Но обращаю внимание ваше, у нас есть два размера. 50 и 55 сантиметров. И что очень важно всегда, цепочка, посмотрите, какое у нее плетение, очень интересное, фантазийное, я бы даже сказала, плетение тройной ромб. Посмотрите, как три звена между собой как будто бы склеены, соединены, и как они друг друга переплетаются. Обратите внимание, это очень надежное, очень качественное плетение цепочки тройной ромб. Подходит такая цепь как мужчинам, так и женщинам. Поэтому думаю, что тот самый момент, когда стоит позвонить и заказать две таких цепочки и себе, и своему любимому, или другу, или сыну. Абсолютно неважно. Главное, что цена на эти цепи настолько доступна сегодня, что не заказать две, а то и три цепочки, ну просто, ну, друзья мои, ну, я думаю, что тот самый момент, когда следует это сделать. У нас тип замка на цепочке карабин, как я уже говорила, это тоже очень важно, потому что при выборе цепочки мы всегда обращаем внимание на замок. Это очень важный момент. Ну и, друзья мои, я уже рассказывала вам о том, как можно с нами экономить. На самом деле это очень и очень легко. Сейчас расскажу. Мало того, что вы уже сегодня экономите, заказывая цепь, например, тройной ромб, потому что у нас распродажи сегодня. Посмотрите, какая у нас скидка огромная. Ну и еще расскажу вам об одном удивительном бонусе. У меня в руках две карты, вы их тоже получили вместе с нашим новым каталогом. На одной карте она ваша, на одной карте на ней уже есть 200 рублей, и это наш подарок для вас. Все, что нужно сделать, чтобы использовать эти 200 рублей, это позвонить в колл-центр, активировать карту и воспользоваться этой суммой. Есть еще и вторая карта, на ней тоже есть 200 рублей. Ее можно и нужно подарить другу, подруге, соседу, не знаю, в общем, любому человеку, с кем вы дружите, кого вы знаете. И в тот момент, когда человек сделает заказ и использует эту карту, на которой тоже 200 рублей, то на вас
вашу карту автоматически придет еще 200 рублей. Итого экономия у нас, смотрите, какой бонус, просто плюс 600 рублей. Это общая выгода у нас, 600 рублей. Итак, еще раз, 200 рублей на вашей карте, 200 рублей на карте вашего друга. Друг делает заказ автоматически от заказа, еще 200 рублей на вашу карту падает. Вы представляете, какая вообще может быть выгода? Какие скидки вы сможете использовать? Но, друзья мои, есть одно маленькое условие. Дело в том, что ровно 31 августа, уже в 12 ночи, этот бонус сгорит, и все эти денежки, естественно, исчезнут. Но а нам с вами разве это нужно? Лучше это сделать прямо сейчас, позвонить нам в колл-центр и сказать: я хочу активировать свою карту, назвать номер карты.